В сезон простудных заболеваний мед словно палочка-выручалочка для рачительных хозяев. И вкусное лакомство к чаю, и иммунитет укрепляет, и устойчивость организму придает к любым видам вирусных инфекций, и улучшает систему пищеварения. Натуральный пчелиный продукт – кладезь минеральных веществ и витаминов. Где приобрести качественный мед по доступным ценам, кирчане уже хорошо знают. В городе вновь свою продукцию представила торговая марка «Казацкий мед». Как всегда, ассортимент радует разнообразием. На прилавках более 21 сорта меда на любой вкус. Меда со всей Украины. Это западные регионы, где представлена липа, липа с боярышником в этот раз, разнотравие с липой, с боярышником. Очень липы, много, более 5 сортов. Кроме того, это гречка, чистая гречка, гречка с разнотравием, которая хорошо для сердечной системы, для иммунной системы. Также это акация, несколько сортов. И также разнотравие, которое предоставлено с юга Украины. Это подсолнечник, степные отравы. Традиционно действует и акция торговой марки «Казацкий». Мед. Пенсионерам, а также всем, это бутыль на обмен по 79 гривен, это разнотравие с подсолнечником, и плюс к этому в подарок на бутыль пачечка чая. Покупатели довольны, и цены не бьют по кошельку, и сам мед вкусный. Поэтому горожане не упускают случая именно тут пополнить свои запасы сладкого лакомства. Как только они появились, так мы стали покупать ежемесячно. Довольны качеством? Очень довольны, качество нравится. И даже всем своим друзьям посоветовала. Во-первых, разнообразие большое. Ну и не сравнить ни с каким рынком. И цены же доступны. У меня и качество устраивает. Мне кажется, это хороший. Я не такой знаток меда, конечно, но мне кажется, очень хороший мед. Как первый раз он появился здесь, так я и покупаю его. Потому что по качеству он хороший и по ценам. И по ценам для нас, пенсионеров, как раз то, что надо. И не только мед, но еще я беру водный прополис, экстракт водного прополиса, пыльцу. И вот этим пользуемся. Мы практически в семье чай пьем только с медом. С сахаром практически не пользуемся, потому что мед – это все-таки природное, Богом дано. Интерес покупателей вызывают и апипродукты. На ярмарке представлен большой выбор не только меда, но и продуктов жизнедеятельности пчел. Врач-апитерапевт бесплатно проводит консультации на месте, помогая покупателям не растеряться в изобилии баночек и подобрать нужный для них вариант. По его словам, поддержать организм в осенне-зимний период поможет пыльца, перга и маточное молочко. Пыльца, витамины, микроэлементы, поддерживает и сердечную систему, улучшает самочувствие, придает бодрости, энергии. И маточное молочко. Маточное молочко – это у нас самый мощный, ну, биологически активный продукт из всех продуктов пчеловодства. Готовые медовые смеси с маточным молочком, природный антибиотик прополис, зародыши пшеницы для поддержания иммунитета, противовоспалительные и антибактериальные бальзамы, травяные чаи, более 7 видов сиропов, выстоянных на облепихе, одуванчиках, чернике. Полезные сладости для детей дополняют ассортимент ярмарки. Натуральные продукты пчеловодства поддерживают организм в борьбе с многими болезнями, восстанавливают его силы, служат щитом от простуд. Вся продукция сертифицирована, на каждый товар предоставлен сертификат. Если кто-то сомневается, может подойти и ознакомиться с нашими документами. Все это здесь есть. Торговая марка «Казацкий мед» приглашает всех горожан за приятной, вкусной, а главное полезной для здоровья покупкой. Ярмарка меда проводит в Керчи до 14 ноября. График работы с 8 до 16 часов. Адрес: улица Ленина, 46, драмтеатр имени Пушкина.